Итак, ладно, ребят, давайте продолжим. Здорово тем, кто присоединился. И давайте пойдем дальше проходить, изучать данж. Однако перед этим у нас куча ивентов. Давайте парочку пройдем для разнообразия. Ну, начнем с Няши Рапунцель, который хочет... Рапунцель, доброе утро, Рапунцель. Ну, спи. Кирой кедомо? А, Рапунцелька. Желтый комок волос? А, да, это Рапунцель. Рапунцель, охте. Мо, мина отсматривайся. Ёби не китайо. Проснись, Рапунцель. Я пришел за тобой. А, нам нужно пойти на встречу со всеми. Джаку. Джек. Окита. Она наконец-то проснулась. О. Хадака? Ты голая? Рапунцель. Рапунцель. А где твоя одежда? Волосы тепло, поэтому нет необходимости в одежде. Да, но ты же живешь тут с другими людьми. Поэтому тебе положено. Тебе нужно носить одежду, как положено, Рапунцель. Невероятно. Итак, а где твоя одежда, Рапунцель? А, вот она. Давай, поспеши и надень ее, Рапунцель. Сделай ты, Джек. Че? Нет, я парень, но... ты знаешь, нельзя. Тогда одежда ненужная. Какой черт? Одежда ненужная, золотые слова. Ну, все, что мне нужно делать, это просто смотреть в сторону. И не смотреть на нее. Не смотреть на нее. Бу-га-га. Руки Джека такие теплые. Куме. Хенна току саваттакамо. Демо мите най кара не. Прости, я коснулся тебя, но я не смотрю. Я, окей? Мне нужно поспешить, пока меня никто не увидел. Одежда надета. Соно хога цитто ио. Хорошо, теперь ты выглядишь намного лучше. Итак, давай расчешем твои волосы. Фу, какое облегчение. Хорошо, что никто нас не видел. Что? Ты что меня схватила? Джек! Она как миленький ребенок. Джек хочет детей, верно? Чё? Ну конечно, дети милые, но... Что? Ну я как бы еще недостаточно взрослый, чтобы думать об этом еще. Но однажды я вырасту и убегу отсюда еще. Сердце Джека так быстро колотится. Рапунцель тоже хочет детей. Постойте. Она говорит в будущем, верно? Подожди. Мое сердце так сильно бьется, потому что я не хочу, чтобы меня кто-либо спалил, как я, ну, надеваю одежду на тебя. Да, но Джек хочет делать детей, когда сердце колотится, верно? Вот, видишь, как бьется твое сердце. Почему Рапунцель хочет детей, когда... Она сама большой ребенок. Спалили. В чем дело, Джек? О, Алиса, красная шапочка. О, дерьмовочка. Да вы четко будто вечность уже
как приходит, так что мы решили за вами двоими зайти. Похоже, Рапу действительно очень сильно привязалась к тебе. А Рапунцель надела одежду вместе с Джеком. А потом сердце Джека сильно колотилось очень быстро. Ты сказала так, что прозвучало как будто... Джек, она же ребенок. Только не говори мне, что ты... Я не поддерживаю такого рода вещи, знаешь ли? Да вы все неправильно поняли. Я как бы пытался не смотреть и... Сука, ему хана. Джек, давай сделаем детей в следующий раз вместе. И свалила. Да, подожди. Что ты имеешь в виду, детей? Меня порвало. Я ничего не сделал. О, господи. Ой, Рапунзель — это нечто. Реально. Блин, сорян, но я реально не могу сдерживаться. Фу, все, тихо, успокоимся. Джифлей, мне жаль, что ты подавился, зря ты решил есть во время ивентов с Рапунцель. Так, все. Тихо. Офигеть. Пибой, и что? Ты завидуешь ему? Так, секунду. Окей, сначала она хотела его сожрать. А теперь она хочет уже сделать детей с ним. А что дальше? Я даже боюсь представить. Так, ладно, погнали дальше. Гретел. Я Гретер. Здорово, Гретел. О, похоже, я отвлекаю ее от чтения. Ну, добро пожаловать. Можешь сесть, куда захочешь. Бугаги. Она действительно держит свое расстояние. А что читаешь? А, это. Книга... Книга о сладостях? Скажи мне... Позволь мне тебя спросить, Джек. Как ты думаешь, в чем заключается самая проблема в том, чтобы приготовить сладости? Неимение надлежащих инструментов, кухонных принадлежностей и посуду. Дело в том, что ингредиентов сложно найти. И я подумала, что, наверное, будет легче, если я сама сделаю ингредиенты. Поэтому я начала изучать это. Но... готовить сладости. Довольно экстремально... ну да. Довольно экстремальный подход, то, что
Она хочет сама сделать ингредиенты. Но, полагаю, она действительно очень сильно любит сладости. Время. А? Ты больше не будешь читать? Да. Пришло время, чтобы я прочла отчет об исследованиях. Это отчет, что профессор писал, что ли? А это, а что это? Да это что-то похоже довольно сложно прочесть. Слушай, ты довольно легко смогла переключиться с одного дела на другое. Разве сладости не приходят тебе на ум часто? Ну очевидно же, что я могу контролировать свое кровавое либидо. Отдаться своему кровавому либидо – это ничем не отличается от того, когда ты отказываешься от какого-нибудь органа. Организма. Что? А ты уверена насчет этого? А что ты покраснел-то? А, точно! Покажи мне свою руку. Твоя кровь должна сейчас хорошо... ну, течь. Ты что хочешь сделать? Ну, я собираюсь взять немного твоей крови, конечно. Чё, прямо здесь, прямо сейчас? Да не беспокойся, у меня есть надлежащие инструменты со мной. Это будет мой первый раз, когда я их буду использовать. Это еще сильнее меня беспокаивает. Эх, какая жалость. Я удивлен, что Мико вообще-то разрешила тебе одолжить все эти инструменты. Это было легко. Легко? Постой. Ты что, взяла их без ее разрешения, что ли? Ну, если мы не можем взять немного твоей крови, то как насчет того, чтобы я осмотрела твои зрачки? У меня и для твои инструменты есть. Да не, у меня, знаешь, какие дела тут, так что увидимся. Че, правда? Очень жаль для меня. Просто ты довольно интересный экземпляр, в конце концов. Прости, пока. Это было близко. Полагаю, что все ее исследования по какой-то причине проводятся. Я вот начинаю задаваться вопросы. Может быть, ее любознательность и любопытство – это ее настоящая кровавая либидо? В любом случае, мне нужно быть осторожным. Ну да. А то она тебя пустит на мясо. Хорошо, ладно. Джек, давай будем дружелюбно с нашим новичком. Ну, как бы звучит хорошо. Но что это за мячик? Почему у меня такое плохое предчувствие касательно него? Мячик. Гредл, мы входим. Вроде пока что все хорошо и спокойно. Красная шапочка. Джек. А что это за грубый вход сюда? А, ну мы просто хотим устроить тебе хорошую вечеринку приветствия.
У меня нет никаких намерений узнать вас получше сейчас. Я так и знал. Она отказала нам мгновение. Ладно, погнали снаружи. И красная шапочка вообще не слушает ее. Тебе нужно объяснить мне, в чем цель выхода на улицу. А что тебе объяснять? Мы сейчас пойдем поиграем с мячиком, в мячик. Я помогу тебе с тренировкой. Нет, спасибо. Я лучше потрачу свое время на обдумывание. Что она там хочет обдумать? Я прямо слышу, как Гретл добавляет еще к фразе: в отличие от тебя. Понятно. Думаю, что для тебя это тот еще вызов, когда тебе нужно просто поиграть в мячик. Чего? Мы могли бы увидеть, кто бросает дальше всего, или кто ударит по нему лучше, или кто бросит его в Джека лучше. Окей, значит, окей. Она только что сказала, кто бросит его в Джеки лучше? Понятно. Вижу, тебе нужны безрезультатные, бесполезные вызовы, чтобы насытить свой аппетит к битве с Мерхенами. Так. G-Flame, в смысле? О чем? Нет, все нормально, в мяч. И как бы тут они не играют только в одно. Я ориентируюсь по оригиналу, они просто болт называют, как бы игрой в мяч. Так что хэзэ. Что означает бесполезно? Мы сможем так узнать друг друга получше. Даже пройдя один вызов. Да, действительно бесполезно. Они полная противоположность. Такими темпами они сейчас начнут еще ссориться. Что ты имеешь в виду, сказав это? Я просто хочу подружиться с тобой. Так как это относится к твоему предложению насчет этой деятельности? Просто поговорить должно быть достаточно. Я вижу смысл в разговоре с углублением наших знаний друг о друге. Да, но если мы бросим вызов друг другу, нам даже не нужно будет поговорить для того, чтобы узнать друг друга получше. Я вижу, что мы находимся в разных плоскостях. Ну, ты продолжаешь сидеть тут заперти, поэтому и хотела. Я сомневаюсь, что твои мозговые мышцы вообще подходят для моего понимания. Чё? Матте!
Так, стоять, успокойтесь, вы двое. Джек, ты тоже хочешь что-то сказать? В сравнении с красной шапочкой, я всегда спокойна. Красная шапочка просто хочет, чтобы ты насладилась дружбой со всеми в рассвете. Ну, это более-менее, что я хотела, но... Но вы сдружитесь еще лучше, если вы будете вместе говорить... Нет. Будете говорить вместо того, чтобы шляться в округе и делать всякую хрень, верно? Да. Тогда почему вы не можете поладить? Джек, Джек, а ты очень серьезен, я вижу. Да, только посмотри, как он покраснел. Я просто не хотел бы видеть, как вы двое как бы спорите друг с другом и... Джек, ты на какой стороне вообще? Я полагаю, что быть на стороне с кем-то, у кого правильное мышление, ну как у меня, это пойдет тебе на пользу. Только не говори мне, что ты забыл все, через что мы прошли вместе, Джек. Постойте! Вы оба мои друзья, как бы. Мужчина, который не может принять решение, враг женщин. Дело говоришь, Гретл. Ну, это естественное мышление. Джек, хочешь что-нибудь сказать? И подумай только, я доверяла тебе все это время. Что? Вы что двое несете? Итак, Джек, что будешь делать? Ну, Джек. Да что я? Мол, ты наковальня. Ну вот именно. Ну вот, как бы, ребят, никогда не встревайте в разговор двух девушек. Реально. Это жизненная ситуация. Я прошел через пару таких моментов. Так что никогда не лезьте. И будьте целы. Так, ладно, это оставлю на потом. Ой, господи, сколько тут. Погнали в данж немного. Макс, не все. Верно. Господи, да, все-таки венты тут потрясающие. Особенно с Рапунзель. Офигеть. Она просто топчик. Так, ну что, погнали поищем ядро. Сегодня я бы хотел, как говорил, найти хотя бы ядро. Кстати, насчет Рапунзель, блин, может ее реально поставить вместо Сони? Правда, надо прокачать сначала хотя бы какие-нибудь... навыки атаки, потом перейти вот, собственно, на этот класс поэт. И, собственно, будем сделаем ее бафером. А то бафера у меня как бы нету. Сократ. А, мы хотим посмотреть, как она будет вести себя в...
режиме кровавый, кровавое безумие. Как бы... Блин, вот есть, правда, одна проблема, которая мне не нравится. А, хотя, стоп, это с прокачкой придет. Физический дамаг. Как бы ускоряет наш ход. И увеличивает дамаг. Блин, не только одна цель, вот это фигово. Так что, да. Блин, да, нету, не подают. Вот если бы для всей пати было бы, то тогда бы, да, не, брать не будем. Слишком... Хотя... Короче, подумаем, посмотрим по ситуации. Просто навыки, как бы, да, хорошо, они есть, но хочется больше. Не хватает тут много чего. Надо порыскать в других классах. В смысле, обычные скиллы. Какие обычные? Так. Так, мы на третьем этаже остановились, по-моему. Да. Мы вот там не изучили кусок. Обычные какие именно скиллы, я чуть не понимаю. Дефолтного класса, который был, но они были не очень. Все рандом какой-то странный. Так, нам нужен хлебушек. Надо перед этим. Опа. Как бы у нее ничего нету, как бы, в смысле. Навыки зависят же от класса. Есть активные и пассивные, которые, собственно, активные качаешь и распространяются на все классы, и пассивные только на тот класс, на котором стоишь, ну сидишь, точнее. Когда мы ее получили в пати, у нее не было ни единого скилла вообще. Вот, надеюсь, ты получил ответ на вопрос. Гретл то же самое, по-моему. Но точно могу сказать. Рапунзель, да. Китана? Блюет.
Или... Тут что-то есть. Или. Отзыдоушимасу. Ике. Ике. Окей. Ике. Коннану каруйдесу. Так. Надеюсь, торговец еще придет. Возьмем еще подарочков для тян. Чёрта, вы бьете ее, самую слабую. Блюдки. Что, вас сожрали? Бедняжка. Да блин, вы издеваетесь? Дверь закрыта. Ей, как же это писец прекрасно. Ну, как ты видишь, ключ не находили. Если мы нашли бы ключ, то дверь открылась бы. Ну, он сейчас найдем, он должен быть где-то. К счастью, вот нету в этой игре проблем с поиском ключей и все эти будто. Все быстро довольно легко находится, само собой. Просто ходишь по данжу, открываешь все подряд. Вот, кстати, да, вот если сравнить, например, в том же во втором Ведьмаке, который мы проходим параллельно. И мы вчера искали эти логово накеров сраных. То, блин, это было и то больше времени. Тут как бы это и из-за этой системы ходишь по клеткам вообще прекрасно. Никаких проблем с поисками пока что не возникало. Ай! Да блин.
Слушайте, вот там как будто можно пройти, но что-то как-то нет. Вот накакал, наверное, насчет ключей. Мы не можем попасть в ту зону. Изи. Так. Интересно, Иш, как же открыть там дверь-то? Привет, Ренл. Добро пожаловать. Спасибо, что смотришь. Как бы я... Так, что бы попробовать? Кровь? Нет. Ну ладно, вон там еще, кстати, кусочек карты внизу есть. Пойдем туда, изучим все. Может, там есть что-то, не знаю. О, кстати, ребят, вот она сейчас будет. Ну, не успели добраться. Перепроходить? Нет, зачем? Нет, перепроходить я не буду. За редким исключением. Да и что там перепроходить? Особо у него игр много, которые, ну, скажем так, играть можно, не сказал, что много. Так что, да. О, серый волк! Ну, да уж. Вот это тебе приколы. Хлеб, 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 где ты? Вот. Свалили. Да, красная шапочка и серый волк. Ну да. Ну. Ну там же волку спороли брюхо, все дела по канону. Да, вот это классно, кстати, да. Они все-таки решили замутить. Это вот,
да. Так, 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 быстро, хил. Ой, 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 ой. Она в бешенстве. Ай! Алису бейте, падла. Вот так. Еще разок. Хорош. Хорошо, она бьет врага пока что. Все идет по плану. Что-то она вообще уже не бьет. Так, массакр и вот, собственно, кровавое безумие. Что у нее за хрени на руках? А вот и Гретл. Они реально что, больше, чем у Алисы? Сейчас сравним. Да не, вроде бы, наоборот. Не, ну Синдерелла то вообще. Вот бы в этом, вот бы этот снаряд оставить ей эту форму всегда и в диалога. Короче, понятно. Ничего интересного мы так особо не услышали в поведении. Так, ну давайте Гретл посмотрим. У Кагуи больше... А, это у Кагуи. Путай, да, да. Я что-то перепутал их. А, ну у Кагуи, да, у Кагуи, да. Увеличить кровотечение. Есть на увеличение, на снижение. Слушай, серый волк, ты нам сейчас не нужен. Крис, подчеркивание акцента, подписался на премию. Спасибо, Крис, за переподписку. Крис, подчеркивание акцента, переподписан 11 месяцев. Айтем геттую. 11? Разве не больше? Мне казалось.
О, ключ нашел. Икимасвайо. Да, а вот и ключ. Как и говорил, не особо проблем не достает в поиске этих ключей. Ой, стоп, не-не, что я делаю? Тут привычка. Всегда хилить, чтобы быть наготове. Чё-то как-то они сдохли слишком быстро. Минус один. Кто? Джифлейм, город? Нет! Да блин. Что-то какие-то... Слушай, ребят, вы что-то как-то немного не офигели, не? じゃあ、とりあえず。行きましたよ。戻ったわよ。覚悟はよろしくて。私の番ね。これでどうかしら?私の番だね。無理しないでね。行くよ。心配かけたわね。これを受けて任せて。 Так, три набрали. Блин, кошмар, что ли, приближается? Ах ты ж падла. Блин. Ну, навык не особо полезный. Как-то с КП у нас проблем вообще нет. Так, у Гретл еще немного крови, и мы посмотрим на ее безумие. Что-то ключ 22 не от этой двери. Окей, поищем дальше. Так, что у нас тут с картой?
Вон там в начале данжа есть дверь, мы ее не пробовали. И все. Пирелл, если ты хочешь понять непонятное, тебе нужно самому играть и вникать. Потом поймешь, в чем кайф. Объяснить это невозможно. Это как объяснить, почему секс так охуенно. Пока не попробуешь, не поймешь. Я тоже когда-то был таким, как ты. Готово. Не, ну как бы серьезно. Хорошее сравнение, ну да. Ну как бы так и есть. И это, ну плюс как бы есть еще дело вкуса, это уже как с тянками, как бы, ну у каждого там свои плюшки, скажем, есть и бонусы. Ситуации, блин, у нас что было? Было недавно с Рапунзель. Под стол весь чат. Это было весело. Так что, чувак. А что там с Гретл? Стоп, а что с Гретл? У нее было кровавое безумие, мы что-то отвлеклись. Походу. А ты шо, блюдок, падла? Блин. Он уже положил Гретл. А, нет, точнее. Есть. А, я ее очистил. Ну, привычка ее очищать их всегда. А то, когда... Когда они все в безумие падают и начинают бить друг друга, это очень весело. Но потом становится грустно.
когда ты видишь надпись Game Over. Да блин, вовремя ты, серый волк сраный. Валим. Войди туда. Блин, где выход? Я не помню, где выход. Я заблудился. Сука. Да блин. Чё, сожрал бабушку, да? Так, вот. Блин, отстань ты от меня. Вот, кстати, у меня идея. Опа. Есть, убежали. Так. Да. Так, надеюсь, я сейчас не натолкнусь на него. Стоять. Нам нужно вон там в двери. Окей. Застряли на пружинах. О, да, это было весело. Мы, наверное, единственные, кто застряли на пружинах вообще. Мы открыли дверь. Значит, ключ от той где-то на следующем этаже, наверное. Четвертая область уже. Ну, а мы делаем успехи. Интересно, сколько тут этажей. Хотя... А, тут 5 этажей будет. То есть это означает, что мы, если мы сегодня все-таки найдем ядро, то завтра... Завтра будет весело. Как вы это поняли? Магия! Точнее его.
А, все, мы нашли, ребят. Все, короче, мы нашли. Значит, тут можно пофармить, не стрим еще немного, и продолжение следует.